Сейчас дымка, то есть Айпетри не видно. Тут дальше тоже горы, Айпетри, Четырдаг под Ялтой. То есть... Ира. Дымка сильная, ну как? Да. Вот можно обойти туда, сфоткаться отсюда, туда. Ну, то есть виды. А туда дальше кизила много. Да. Уже все знает. Натали. Захватывает дух. И не остается слов. Очень красиво. Потому что панорама столь прекрасна, столь величественна, что передать невозможно словами. Слова меркнут. Я вот сейчас попробую спуститься чуть-чуть пониже. Не-не, тихо, не бойтесь, девочки, я же это. Вы не бойтесь. Прекрасны царственные виды подлунных гор и волн Тавриды. Прекрасно.